Плюс-минус чат. Ну, короче, понятно, все скажут окей. Это был, да? Ну, поставь тогда перекур, что ли. Минут на три, на две. Так людей нету. И Полина ушла, и Настя ушла. Что там нет? Мозг, котенок. Настя написала, ну, она сказала, предупредила, что ей нужно отойти. Им скажут. Отключал можно микрофон. Сумму, пожалуйста. Скажите, где я? Это Фрэнс. Не расставляли. Снимите кирсуму. А что медиком? Слобик, Мозер, Антей, Элбрил. Что с магом? Почему маг не подтверждает? Потому что Хисаями в рейде, наверное, находится. Хисаями группа. Лексик. Я тут. Как только мага присуманите, скажите. Он здесь. Даю проверку на баф и на пол. Народ, что не от Кир с Настя? Я здесь нажать просто не могу. Метки, может, на локу поставим, чтобы удобно. Поехали. А, мне расставить метки, я еще не расставил. И без рыбы убьёт. На локах метки стоят. Все три лока бегают, закрывают по возможности. Конника или ход сами, кто там из вас на гвардейца. По хилам еще раз торт череп. Матиола квадрат. Элбрил трусы, Дейдре ромб и Джонни в печеньке. Шаманы, не забывайте тотем Мацеброд. Вот два шамана по бокам. По а миликам. Мне куда на варе? По миликам. Череп, Войд, ромб, Редвар. Ханты, череп, Слобик, квадрат, Мозер, ромб, Артемия. Рогина, трэши. Гречка, череп, френзик, печень, вага, трусы, РДД, ШП, ромб, Неликс, ромб, сморчок, череп, мякозонтик, квадрат, котенок, трусы, кирс, печенька. Вроде всех остальных. Сама сморчок. Что? Сама сморчок. На готовность. Саш, по готовности.
когда перефаз начнете, киньте ССМ на двух приступах хилов. Процент фазы. По меткам вышлись. Да, Лорус, Андейр, Дракин. Казум на Элбрил. Не достаю. Зелёных. Где-где? Реанонсите зеленый, не проебите. Слишком далеко. Я пока не понял. Зеленый печенька. Печенька. Звезду кинуть. Трусы, спаркат. Торт, подвигайся. Редвара поднять? Ау. Подними. Бэр, бэр. Да-да, давай бэр в него, сказали. По страннику большего. Ребят, квадрат, ДД. Зеленого убейте. Ну, народ, не крути его, пожалуйста. Страшно, очень страшно. Че, не успели, что ли? Ну, тут Леонов пропускается. Трусы. Встань. У меня сейчас 0.5. Зеленый в рамбе. Ромб зеленый. Кидаю ромбик. Звезду. Рэнзи. Да, что? Магму перекинь. Ты что, потерялся, что ли? У тебя магма?
Да, я сейчас, блядь, ищу ее. Да, Долорес, простите. Сумка, бардак. В общем, мне не кидайте, зачем вы так зеленый сделали? Череп, да случайно, быстрее. Случайно, блин. Зеленый череп, помогите. Кто был ближе, я увидел и кинул, у меня макрос. Выясните, кто-нибудь... А, все. Не успели. Команда идет на там Б разрывать меня, не показывается ничего. Помогите в черепе. На бульте второго и я далеко. На мне этот. Страйлер, разберитесь из печеньки. Я не могу. Ага. Зеленые печеньки. Нурклета Бэйрик будете, нет? Брэнзик, да? Понятненько. Где? В трусах. На мне не стоим сейчас. Сколько на монороте было гвардейцев? Два. По-моему, один. У нас два страйдера уже. И вы все живые? А, его свернуло, в смысле? У нас все локи мертвые. Нет, ложиться надо, у нас много кто мертв. Ну, конечно, выживай. Тут ничего не сделал. Умер я еще до того, как меня выкинуло. Там, по-моему, у нас ДК умер. Сложная, однако, задача Вайша убить. Лёха, зайди в рейд, покажи, как надо. Да зачем? Просто чему научитесь без меня. Да нет, тут... Начнёте думать, мозгами размышлять. Да тут... Где кто что не дорабатывает, где кто что не делает. Тут всё понятно, но как ДК? Соковым умом. Но бывают, но. Как ДК соковыми двух страйдеров не может собрать? А, ну бывает. Я когда вижу СС, локи раздают по хилам, мне сразу, знаешь, это, плакать хочется. Ну если два страйдера, значит линкуй дамаг в страйдерах. Ну хилам тут при любых условиях, хилы тут не могут сдохнуть. Рассказать как? Нет. Стоят в текстурах и страйдеры все первую секунду убирают. Сколько это у нас если... раз такое было? Это если хилы дебилы и не могут убежать от страйдера. Да, от них отбегать надо, все правильно. Хоть у нас такое было много раз. Хоть хил. Я вот не понимаю, как у нас кто-то другой может умереть помимо хила.
Ну, так же просто не отбежать. Любой, даже велик, может умереть, если страйдер в текстуре. Неизвестно, когда на него кинутся раковые таунты. От них надо отбегать. Вон. Ну, вы мне, конечно, красиво от зеленого перекинули. Хорошо, я сообразила. Ну, вон, смотри, по страннику урон. Тем, кто долго ищет в сумме... Я посоветую так, включайте мозг. Тем, кто долго ищет в сумке порченую магму, пропишите свой шкаст порченая магма. Я долго не искала. Лёха, а потом тебя можно будет попросить на минутку в диск куда-нибудь перепрыгнуть? Да потом, попозже. Это просто по поводу... включайте и думайте, что вы делаете и как вы делаете. Я нормально перекинула. Подумайте, где каких бафов кому не хватает. Кому, блядь, не хватает саппорта для выживания. Кому, блядь, не хватает, мы стоят неправильно, почему. Подумайте, почему хаты у нас... стоят неправильно. У нас три шамана с трех сторон стоят. А толку, если только у одного стоит тотем на сопротивление? Ну, я сказала, Ахиллам Дум поставить, они должны доставать как раз полукругом в два рейда, ну, весь рейд. А Элим по центру. Карин, поставь меня, пожалуйста, в печеньку или в ромбик, чтобы я хотя бы танков доставала, потому что я здесь в черепе стою, здесь мне очень... А кого скажи в череп поставить? Череп — самая трудная метка для хила. Там стоит обычно холли-пау. У нас нет холли-пау. Кого же? Напомню вам одну маленькую особенность. Вы не бьете синих элементалей. Ну, мне вы бьете противников. Синих вы бьете только тогда, когда они уже подходят к генераторам. Кстати, если бы меня присуммонили, это было бы быстрее. А мне казалось, между кружком и черепом монород стоит, что ты его достаешь. Ничего дальше убегает. Я в черепе вообще стою. Ну, я к тому, что монород тончит гвардейцев между черепом и кружком. Да, туда обычно холли-палу ставят. Я в первый раз вообще слышу, что череп ставят. Ну ладно. Сказали, буду. Монород танчит эш у вот этого угла. Текстура. Но я его не доставала вот отсюда. Вот отсюда я его не доставала. Ты к генератору отсюда туда подбегай. Я не подбегу, потому что у меня РДДшники почему-то по какой-то причине спускаются вниз. И мне приходится еще за ними бегать. У меня все были прохилены, но танка я так и не доставала. Может, на баф. Френзик. Да не, Настюш, сказали, будем так.
процент фазы. Зеленый крест. Крест из квадрата и череп. Звезду кидайте. Квадрат. Полина. Ты сейчас манагода достаешь? Да. Я все вниз не спускаю, извини лично. Зеленый череп. Престынь, но не спускайтесь, пожалуйста, туда. Ну что же вы... Думаю, это моя... Полина. Крест опять зеленый. Череп. Помогите. Череп, череп, череп. Зеленый череп. Локи, идите в центре, ловите, я встану там перед ним. Звезду кидай. Состояние. Ромб. Зеленый ромб. Подбирай. Третья фаза. Загвейте станет. РТД с прокатов. А нахуя Геру дали? Да случайно, чё ты рожишься? Причине стоит о звезде. Спарокатор.
Казум из рейда. Берните монаду. С баррикадов помогите. Будет товар на АП. Я не на ХП дал. Все еще бьем трэш. Крикните на АП, скажите. Нету крика кулака. Последних добьем к самокату. РТД. Хильди танков. Из лужи. Это не лужа. Элбил. Это из ушки. Пять лямов, босс. Народ. Вот, смени пианист. Не подбирайте добычу сейчас. Саш, ну ты как всегда. Ну да, кому там. Вот ты поменяй. Крыло стоит. Не, в принципе, можешь разрулить так. Мейн спинг рудак. А, оф спинг рудак. На транс. Мейн спек лук. Оф спек лук. Лук давай набери. Мейн спек голова. Офспек голова. Там на мейн роли. Кто там на мейн роли? Войд. Не, Войд случайно ролинул, видимо, лук, я так понимаю, потому что зачем ему голова на шам? Кир скинь обмен и хант скинь обмен. Пианист воронки сейчас ходит? Что еще раз? Воронки ролить? Да. Main spec. Т5. Токены. Камень. Кто бы его забирает?
Кто? Монород. Потом Тростя. Монород, тебе на чё? Зачем Монород? На что? Он ролил на мейн. На еду. Дай ему сотку, я посмотрю, там на следующий ходит, нет. Сейчас. А, вас? Ну, один нужен. Так, следующий. Прости, прости. На... Тогда твою я даю пианисту, да, прости? Дима народ, ты тоже. Да, ему вроде вас твоя пишется. Ну, тогда я убью, там пианисту, вы уж сами решите. Все, весь вот у меня забрали, как вы хотели. Кольцо вроде. Какое кольцо? Павло кольцо, возрождение. Проверьте, пиши. Какое кольцо? Коралловое кольцо возрожденных. Проверь, Хашенька. С духом. Мейн спек. Оф спек. Смарчок кинешь обмен. А почему он сморчок? Сморч хорд. Хорд. Да. Орда. Сморч это, блядь, твича. Ты сморчок, блядь. Ну вот я и говорила, почему написано же подробно. Ну а почему Утя, соответственно? А я почему дай две? Вот по этим же причинам он сморчок. Пианист. Че? Я был только на последнем и на предпоследнем, Френдик. Сейчас ты зацепил за свои две. И, Лёха, подскажи, сколько у тебя кристаллов уже осталось до первой?